дорогие друзья. Да, день сегодня поистине добрый и праздничный, потому что сегодня мы празднуем юбилей одного из лучших вузов России, Балтийского государственного технического университета, с 80-летием тебя, Военмех! Все это время Военмех является ярким представителем инженерной школы России, умеющим сохранять и приумножать достижения отечественного и мирового инженерно-технического образования. Ну а праздничную программу нашего концерта, посвященного 80-летию БГТУ «Военмех», открыли своим выступлением лауреат международных конкурсов Евгений Соловьев и заслуженная артистка России Марина Уланова. Ваши аплодисменты. И, конечно же, любой юбилей, не говоря уж о такой солидной дате, как 80-летие, характеризует не только радостное праздничное настроение, но и, конечно же, определенная степень торжественности. Но не исключение и наш сегодняшний праздник. Для приветственного обращения под ваши аплодисменты на сцену приглашается ректор Балтийского государственного технического университета «Военмех» имени Дмитрия Федоровича Устинова Константин Михайлович Иванов.